есть люди, я думаю. Вот в этот дом заходим, отстреливаться будем. Или просто открытый дом, двери. Перебинтовывайся. Так, чё, пора уже энергетики пить? Блять, да давно пора. NW между N и NW. Угу. Они будут сюда подходить или не будут, не знаю. Но что-то они стреляются, никак никого не убьют. Двери будем закрывать, нет? Ну смотри там, как тебе удобно, кто-то едет. Надо выйти и стрелять. Опа, там же, где проехал, кто-то есть. Вижу. 195. А конкретнее деревья. С ближе, чем деревья. В ямку спустился. Блин, тогда он будет прям жопоном смотреть. Вижу ближе. За камнем. 195 там. За вот этим? За УАЗиком теперь, он где-то близко. За нашим? Да. Да. Может, уже в соседнем доме? Возможно. О! Это я. Вот это. Опасно тут сидеть. Двери. Вижу N. На N бежит тело тоже. Угу. Два тела на V. Ползут. Страшно, что в жопу зайдет. Слушай. Лучше бы я калаш взял. Слушай, ползут они ближе еще на В. Где именно ползут? Да вон бежит на В. 285. Машина там же. Где-то за жутким домом за нами. Вон они. 105. Смотри, он прям его можно. Ты видел это? Да, кроме глаза, как можно. Его своей машиной давило. Тут может быть. Там еще один. На N может быть. Да, на Е тоже есть. От машины побежал за домом. Не видно его. Где-то за домом бежит. Вижу. Машина та же горящая. Господи.
Я забор ломаю. Прикинь, у меня патроны кончаются. Девятые. Возьми подо мной. Помню, что может быть и в желтом доме за ним. Скорее всего за ним. Вижу перед желтым домом. Впереди. Впереди. В окнах, смотри, в окнах. В окнах каких? Да вот, перед нами дом НЕ. 75. Он забежал в левом окне, короче, где левее двери. Ну, пусть там сидит. Свалил одного, дом на Н здесь, который. Добить нечем, он заполз, значит там второй. Этот здесь. Вправо прошел. Чусь. Ух, ёпта. Сейчас я лечусь. Твою мать, дверь открылась, надо же. Дом, который сзади у тебя тоже. Там один ползучий. Его лечат, значит там двое. Мне шлем сбили конкретно. Одного убил. Значит, там больше нет. Значит, дом на N, вот здесь через стенку. Там двое. А один в желтом, там где. Да, правильно. Я могу его пойти порашить, попробовать. Не надо. А хули делать, у тебя двое впереди. Двое здесь между домами. Я догадался. Вырубил одного. За домом желтым на 30. Смотри, смотри, смотри. Ух, мы в зоне, блядь. Ты в зоне, тебя не коцает? Нет, я перед ней. Значит, он дверь откроет, возможно, за тобой за спиной. Может быть, нет, один подбегает, сидит по шлепкам. Может в окне быть. Вижу ружье на 30, угол дома. Вырубил опять. Патроны. Его подняли. Лёг. Там же лежит все. Один за стеной, скорее всего, у нас. 6 патронов осталось. 6 патронов на что? На юмпишку. 9-й. Подо мной последняя пачка. В окне! Здесь, на 330. Закрой дверь. Спугал меня. Надо быть тебе сейчас очень осторожным, потому что второй будет прошить нас. Угу. Зона сейчас сузится. Все, будь внимательным, я сейчас умру, скорее всего. Он бегает.
Опа. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Там, там, там он за домом. Он за домом там. Затем да, напротив. Да, да, да. Там в, на углу дома получается, левом. У нас сейчас зона пойдет жестко. Отвлекай его. Нахитал. В жопу. Красавчик. Да, Тимур. В жопу, в жопу. Ты дома бежал, что ли, этот? Да. Вот и вообще монстр. Все, на сегодня, да. Да. Попозже стрим выложу, я сегодня к нормальному почти должен быть. Блин, наконец-то, а, взяли свое таки. Семь убийств. Сколько ты убил? Один! Один? Так я столько ранил. Да, мне сегодня 7. Но один АФКшный. Ну я с UMP-шки слушаю, вот на такие дальние дистанции вообще, короче, я тебе говорю. Лучше бы я калаш взял. Я бы убил бы гораздо больше. Потому что она мало хитает на таком расстоянии. И когда чуваки вот там лежали, да, далеко-то. Я прям вижу, как пульки вокруг них летают, но попасть не могу нифига. Ну да, вот с ВСС такая же штука. Эти же патроны. Ну с ВСС там у меня вот, когда мы втроем там играли, четвером-то, вообще нормально было. Ну как бы там, я видел, как патроны, они по дуге летят, ну, неплохо. А здесь прям вообще ужас.